Лето – пора отпусков, и именно так должен выглядеть настоящий отпуск мечты. Видимо, эта овечка настолько устала от суеты, что решила сделать привал возле проезжей части. Причем животное получает двойное удовольствие – и расслабляется лежа на солнышке, и вместе с тем без отрыва от отдыха обедает. Чтоб я так жил! А этот глазастый паренек лемур знает, как облегчить себе спуск по лестнице. Вместо того, чтобы скакать по ступенькам, он использует для передвижения перила. А что? Отличный способ сэкономить не только силы, но и время. Этот кучерявый дружок просто поражает своей хитростью и сообразительностью. Когда ему надоедает сидеть в душной клетке, он быстро находит выход из ситуации. Плюшевый четвероногий друг втихушку покидает свою обитель, поворачивает вентилятор в нужном направлении и, как ни в чем не бывало, возвращается назад. Домашние в полной растерянности и недоумении. А этот пес выполняет важную и ответственную миссию. Он старательно развлекает своих хозяев. Если обычно звук машины скорой помощи вызывает у людей тревогу и опасения, то в этом случае окружающие просто умиляются. Настолько мастерски пес имитирует вой сирены.